Привет, друзья! Против меня возбуждено дело по заявлению Росгвардии. Я не знаю, чем я, моя скромная персона стала досаждать господину Золотову, что они аж целую экспертизу заказали лингвистическую моих видеороликов. И на 12 страницах я с ней ознакомился сегодня в прокуратуре. Эксперты постановили, что в моих роликах идет разжигание ненависти и вражды, что в моих роликах есть унижение человеческого достоинства, экстремизм. Вот такое экспертное мнение. И с этим экспертным мнением Росгвардия пошла в прокуратуру. Прокуратура возбудила дело. 17 декабря я получу постановление. И дальше уже будет суд. Сегодня я был в прокуратуре, давал объяснения по своим видео, объяснительные. Если вдруг кто-то посмотрит данный видеоролик из правозащитников, из каких-то правозащитных организаций, то я буду, безусловно, рад любой правовой поддержке, помощи юристов. Лишним это точно не будет. Ну и благодарен за будущие комментарии поддержки. Всем большое спасибо. Не сомневаюсь, что они будут. И в ближайшее время, возможно, ограничу немножко количество выходов видео, хотя хотелось бы обсудить многие темы и то, что случилось с нашим спортом, и другие важные вопросы. Скоро пресс-конференция у нас президента Владимира Владимировича Путина, по которой тоже хотелось бы рассказать. Но, пожалуй, пока незначительное время воздержусь, но совершенно точно мы не прощаемся, совершенно точно канал будет работать, совершенно точно я буду продолжать свои выступления, ну, если, конечно, до той поры, пока меня не посадят, до той поры, пока я буду находиться на свободе. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и берегите себя, будьте осторожны в каких-то своих высказываниях, потому что сейчас мы живем в настолько непростое время, когда любое неосторожное слово может быть расценено как экстремизм. Любое неосторожное слово может быть расценено как возбуждение ненависти и вражды. За любое неосторожное слово могут не просто привлечь какой-то административной ответственности по каким-нибудь КУАПам, но и даже к уголовной ответственности. Всем еще раз спасибо, берегите себя и хорошего вам дня. Пока. В этой стране ничего не менялось. Трудное детство, нищая старость. Все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость. Голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось. Вечные пробки, стойкой грязь.